Доброе утро всем еще раз, кто к нам только что присоединился. Спасибо всем, кто был с нами эти 17 непередаваемых минут. Меня зовут Георгий Курган, этого человека зовут Василий Копейкин, того человека зовут Паша Болоцкий. Новости на Игромании утром. Да, но прежде чем мы перейдем к новостям, я бы хотел бы начать с того, что я думаю, что мы должны извиниться за вчерашний анонс со стрима по Overwatch. Некоторым людям он показался все-таки обидным, и, на мой взгляд, я думаю, что мы должны за него извиниться. Простите за неуместные, вполне возможно, шутки. Если кто-то неправильно понял, простите нас. Вот. Так, в дальнейшем, что бы нам еще хотелось сказать? Хотелось бы сказать, что мы еще должны передать большое спасибо Dexpo, что они предоставили нам ноутбуки для трансляций и, соответственно, компьютер, на котором мы стримим. Вы можете всегда перейти по ссылке под трансляцией и посмотреть на выбор разные компьютеры, если они вас устроят, и приобрести их. Вот. Ну, что же сделали наши мальчишки? На сегодня у нас есть небольшая подборка новостей одной строкой. Вот. Новости, которые обсуждать особо смысла не имеет, но для ознакомления это будет интересно. Открытая бета Battlefield 1 пройдет с 31 августа по 8 сентября. Мы сыгранем. Мы ждем. Origin, Electronic Arts, спасибо. Лизнем дирижаблику. Да. Дальше. Георгий. В эти выходные прошел второй заключительный этап тестирования Titanfall 2. Гигантские роботы, стрельба от бывших разработчиков Call of Duty. Все круто. Игра выходит, не помню когда. Титаны стали появляться чаще, скорость передвижения увеличена и многое другое. Подробнее об изменениях вот по ссылке в нашей группе ВКонтакте. Да. Ну и, соответственно, также в выходные прошло бета-тестирование Mortal Kombat X. Все желающие могли поиграть, проверить игру на оптимизацию. В предыдущей части, насколько я помню, были некоторые проблемы. Ну, не зря сделали бета-тестирование сейчас. Вот. Прошел конец череде многочисленных намеков и слухов. Эд Бун, один из создателей Mortal Kombat X, в своем твиттере призвал всех игроков присоединиться к открытому бета-тестированию Mortal Kombat X на PC. А это означает лишь то, что совсем скоро игра все-таки доберется до персональных компьютеров. Mortal Kombat X, ну, те, кто не брал Mortal Kombat, я думаю, стоит взять Mortal Kombat X, потому что все-таки все персонажи сразу доступны, и все, что хотите, все у вас есть. Спасибо Эду Буну за это. Дальше. Дальше. По еще одной ссылке в нашей группе ВКонтакте можно посмотреть концерт из музыки Blizzard в режиме 360 градусов. Круто. Вообще, да. По-моему, концерты из музыки — это прекрасная идея. И я знаю, что в Польше, кстати, пройдет фестиваль, по-моему, посвященный как раз музыки из фильмов, в частности, там будет музыка из третьего Ведьмака. Вот прям буквально в этом сентябре. По-моему, это здорово, потому что, конечно, в играх музыка часто охренительная, особенно если это игры Blizzard. Они традиционно очень к этому яростно подходят. Ну, а, собственно, музыка была из таких игр, как Overwatch, StarCraft, Diablo 3, World of Warcraft, Heroes of the Storm и Hearthstone. Поэтому наслаждайтесь, друзья! Вот, ну что, переходим дальше к основным новостям. Переходим. В Wreck-It Fest заедет на консоли. Студия Bugbear Entertainment, серия Flatout, объявила, что гоночная игра Wreckfest появится на PlayStation 4 и Xbox One весной следующего года. Конкретную дату разработчики пока назвать не готовы. Уже сейчас все желающие могут оформить предварительный заказ в Wreckfest на официальном сайте Bugbear Entertainment. Все, кто предзакажет игру, получат доступ к закрытому бета-тестированию консольных версий Wreckfest. Ну что, я вообще, если честно, жду эту игру. Очень нравился Flatout, и он был просто офигительным, особенно мини-игры, которые были дополнением к игре. Да. Вообще когда нужно было сбивать кегли чуваком, который у тебя вылетает из лобового стекла и так далее и тому подобное. Незаслуженно и надолго замолчавший жанр гонок с
С разбиванием всего. Гонок с замесами. С разрушением всего, что только можно. То есть выпил название, как всегда, в последний момент этой футбольной игры. Про что? Про машинки. Где ты машинками играешь в футбол? Я забыл. Rocket League? Да, Rocket League, спасибо. Она очень клевая, но она была единственная, по-моему, за многие года. А вообще, по-моему, ездить и разбивать машины – это дико круто. Ведь в большинстве гонок этого толком делать нельзя, особенно там, где машины лицензированы. Потому что, я не знаю, в курсе вы или нет, я долго был не в курсе. Потому что производители машин очень нервно относятся к теме разбивания их автомобилей даже в игре, даже виртуально. Поэтому в той же GTA лицензионных машин не будет примерно никогда. Поэтому они придумывают собственные марки, максимально похожие на реальные. И поэтому, да. Но они все равно же максимально похожи, поэтому как бы... Ну, все они такие. Они все узнаваемые, в этом ничего страшного нету. Все знают, что это за марки. Но, ну, собственно, в игре-то тут, скорее всего, точно так же будут использованы достаточно известные марки, и выглядеть они будут очень похожи. Но фишка-то там в том, что у тебя будет вылетать все, и от этого будет очень сильно зависеть то, что у тебя, как у тебя дальше машина себя поведет. Пока она у вас не загорится и не взорвется, вы не сможете сесть по заново, и вам придется мучиться с тем, что у вас есть. Отвалится колесо, играйте дальше без него. Вот. Ну, как бы, игра интересная. То есть, я помню Flatout, я долго в него играл, мне он очень нравился. Тут, конечно, в основном, насколько я помню, именно бои будут, то есть типа арены, и там уже все на машинах ездят, друг с другом борются. То есть как-то как таковых гонок, ну, не уверен, не стану утверждать, лучше зайдите и посмотрите. Вот, Twisted Metal, ну, может быть. Ну, то есть тут без оружия, без всего, именно типа столкновение. То все равно круто. А, ну как, нет, Destruction Derby еще. Destruction Derby. Есть такой целый жанр. Я играл эту игру под названием Destruction Derby во времена Pentium 2. Вот это было времечко. Ну я что? Плохо помню. Главное, плохо помнишь. Сегодня ты все плохо помнишь, но не будем об этом. Destruction Derby, видишь, все еще не забыл. Хорошо. Как да. Не забыл, что такое, да? Следующая игра в новости. О, да. Я сейчас буду про нее рассказывать. У меня есть просто целая история, связанная с жанром файтингов. А сейчас как раз не только Mortal Kombat XL тестанули на PC, но и, собственно, вышел The King of Fighters 14. И релизный трейлер которого посвятили зрелищным схваткам. Новый ролик. Каждая битва сопровождается огромным количеством спецэффектов, а герои без остановки используют комбо и специальные удары. Помимо сетевого режима в The King of Fighters 14 будет и сюжетная кампания. Игроки примут участие в турнире, получившем название The King of Fighters. Кто бы мог подумать, да, как говорится. Да, и выбирать там будут короля бойцов. В начале игры предстоит выбрать одну из команд, состоящих из троих бойцов, привести ее к победе в чемпионате. Вот я, кстати, не знаю, а между собой они в конце будут драться? Потому что вроде игра называется не The Kings of Fighters. Ну, типа, в конце это будет типа мир, дружба, жвачка, и методом общего голосования они выберут одного. Но все-таки подерутся, потому что каждый выбор голосует за себя, и, ну, блин, не знаю. Камень, ножницы, бумага, 2 из 3. Хорошо. Слушай, ну на самом деле, вот про King of Fighters надо сказать, что... Это очень старая, насколько я помню, это очень старая серия, при этом у нее занятная история. Там мир файтингов — это вообще это отдельный космос. То есть я вот очень хочу, чтобы волна вот этого киберспорта, поднявшаяся, подняла и файтинги максимально высоко, потому что это оказался невероятно сложно устроенный жанр. Я, собственно, как с ним познакомился вблизи. Ну, понятно, там автоматы, Mortal Kombat в детстве, вот это все было. Но всерьез я к нему не приглядывался достаточно долго, потому что играл на PC. И в какой-то момент оказалось, что в журнале «Игромания» никто вообще не разбирается в файтингах, никто вообще не понимает примерно, что это такое. Ну, потому что там везде сюжет приблизительно один и тот же. Ты убил мою мать. Нет, я не убивал твою мать. Нет, ты убил мою мать. Нет, я твой отец. Нет, я тебя все равно убью. Ну, блин, ну там сюжет просто ни о чем обычно. Ну, согласись. Слушай, ну ты вот это, King of Fighters посмотри, такой. Там вообще есть сюжет, что такой, мы должны выбрать короля бойцов, для этого мы соберемся на стадионе. Кстати, финальный стадион в этой игре называется Антонов Супер Арена. Окей, хорошо. Я надеюсь, окей. Там есть Антоновка. Мне яблоко захотелось. Яблоко захотелось. Так вот, короче, сюжет в файтингах — это шляпа, на него можно не обращать внимания. Да, самое правда. Самое главное, что там под капотом. Ну, если это не Mortal Kombat. Mortal Kombat прям царский. Главное, что под капотом, потому что файтинги — это такая
жесть, если зайти на форум, где фанаты файтинга обсуждают файтинги, такое чувство, что ты, я не знаю, на съезд математиков-задротов приехал, потому что какие-то тоже непонятные слова, какие-то выкладки, какие-то целые знаешь, листы. Как-то зашел в онлайн на Mortal Kombat, и, понимаешь, фишка там в основном в том, что если тебе попадается какой-то чувак, который играет в игру намного дольше, чем ты, тебя убивают одной комбой, то есть ты просто не приземляешься на землю. Да. А если приземляешься, то сразу же взлетаешь. Да. И как бы у чувака просто комбо заполняется полностью, то есть я не понимаю, как так играть можно. Я не сомневаюсь, что там последовательность может он выбрать так, чтобы, собственно, так происходило. Но как из этого выйти, расскажите кто-нибудь, пожалуйста. И учти, что, кстати, Mortal Kombat — это один из таких достаточно казуальных файтингов, в сущности, потому что там большинство ударов такой из трех кнопок. Ну, самое легкое, я знаю, потому что, собственно, он считается самым легким файтингом. А, собственно, вот, наверное, King of Fighters и этот, как его, Street Fighter считают самым, ну, намного сложнее по умолчанию, потому что у них, Street собственно... Fighter. Ну, или я перепутал. Не, все правильно, извини. Потому что у них вроде комбы, как, ну, не просто типа вниз-назад треугольник и тому подобное. У них там это все намного сложнее, включая, собственно, суператаки, которые выполняются не нажатием двух курков, а давай-ка там ты мне комбу сделай, и после этого я тебе сделаю твой суперудар. А вот эти вот в Street Fighter, короче, фишки, где нужно стик провернуть там на, не знаю, 245 градусов, нажать 16 кнопок одновременно и под определенным углом атаки, тогда ты сделаешь супер взрыв всего. И, между прочим, кстати, прикол в том, что Street Fighter и King of Fighters в свое время придумал один и тот же человек. Я забыл, у меня нет под рукой его японского имени. Сейчас. Just Google it. Да. А у меня открыт, я сейчас вам расскажу. Ты лучше пока расскажи, что ты сам в файтинге вообще. Я в King of the Fighters вообще никогда не играл. Я первый раз ее услышал на какой-то из игромании утром, когда ее анонсировали на 14. Может быть, и не надо, я полностью согласен. Вот, но, ну, не знаю, файтинг и файтинг. Но их сейчас, ну реально достаточно много. Ну, как бы, смотрите, что мы сейчас ждем. Мы ждем... Да. Killer Instinct еще до конца не вышел. Injustice будет второй. Вот. Mortal Kombat, конечно, не скоро новый, но выйдет. Через сколько? Год 4 должно, наверное, пройти. Вот. Плюс еще, не знаю, вот сейчас Mortal Kombat XL выйдет. Короче, с King of Fighters история следующая. Такой геймдизайнер Такаши Нишияма, Такаси Нисияма, я не знаю, я не японист, извините, не могу правильно это произносить. Но кажется, Такаси Нисияма канонически будет по-нашему. Этот человек придумал сначала в Capcom оригинальный Street Fighter, потом перешел в SNK, сделал там King of Fighters, и потом в середине нулевых вернулся опять в студию, которая делала перезапуск Street Fighter. Короче говоря, такой гуру этого жанра файтингов, и там просто ад. Я пытался зарубиться в Street Fighter нормально, выбрал там все персонажа, забыл, какую там девушку у нее на КПР еще, Елену, кажется. На КПР движения как раз были похожи, она была вообще очень симпатичненькая еще при этом. Ну вот еще, кстати, подсказывает, Tekken 7 еще скоро должен выйти. Так вот, и играя за эту симпатичненькую девушку, это был единственный случай, когда я доигрался до кровавых мозолей на руках, но не потому, что она была красивая, а потому что вот 4, блин, направления тебе нужно освоить, в какой-то момент переключиться на стик, короче говоря, и все равно ты дико ракуешь, в онлайн лучше не лезть никогда, не ходить. И правда, то есть файтинг — это действительно очень сложно устроенная дисциплина. В King of Fighters, в частности, есть три вида прыжков. Каждый вид прыжка зависит от того, куда ты чуть-чуть повернул вот стик такой. То есть микроконтроль, прям вот уровня StarCraft, только кнопок меньше гораздо. И там какие-то, короче, комбо, стопперы, спецдвижения, шкала одна, шкала такая, там макс-комбо, супер-климакс-комбо, так и называется, я не шучу. И это ад. King of Fighters, причем мне она запомнилась, она была ужасно уродская, вот в ту часть, в которую я играл, единственное, ты запускаешь, ты не понимаешь, что это за хрень. Она была пиксельная, все персонажи какие-то одинаковые, какие-то там чуваки в каких-то повязках, куртках, каких-то этих перчатках без пальцев. Короче,
При этом, что у тебя есть Street Fighter рядом, где все просто вот такое вообще на пафосе. Господи, этот Йосинори Оно, короче, чувак, который продвигает Street Fighter, он же все время на всех мероприятиях Capcom врывается в халатик и всем пластыри раздает вокруг с персонажами Street Fighter. О, Street Fighter! Очень крутой эпатажный тип. И игра сама такая же. Гигантские, не знаю, зеленые бразильские обезьяны, там одноглазые женщины, женщины-трансвеститы, жирные сумоисты. Короче, ну, то есть Street Fighter, она гораздо более эпатажная, чем King of Fighters, но там прямо вот внутри космос и математика. Хорошо. Вот хорошо. Так. Вот ладно, так. Я хотел... Это все, что ты сегодня хотел рассказать на сегодня про Вьетнам. Я думаю, да, воспоминания из Вьетнама. Ладно, перейдем дальше. Значит, у нас следующая новость — это правило 34 интернета, но не совсем 34. Нарисовали собачьи версии героев из Overwatch. Твою маму тоже. Плохая шутка, но да ладно. Это не шутка, это просто есть такой, кажется, фильм, который так называется. Да? Какой-то ролик. То есть мне это вот это... Ну да, правило 34, на самом деле, по-моему, более уместная аналогия. Это я не про чью маму говорю. Хорошо, ладно. Специально относить вообще. Хорошо, ладно. Спокойно. Вот. Ну, не знаю, что здесь комментировать. Как по мне... Фури практически. Фури. Ну, как скажешь. Только наоборот. Вот. Не очень удачно, по-моему, все-таки подобрана порода собаки для Мэй. Фэтшейминг. Ну, как, я не знаю, я бы сюда хаски, наверное, впихнул. Хаски? Ну, наверное, да. Ну, согласись, я думаю, больше бы подошла сюда все-таки порода хаски. Вот. Это такой легкий расизм еще, потому что азиатская собака, там, азиатская... Ну, Чау-чау, кстати. Чау-чау, да. Она не кореянка или главная героиня? Вот эта вот героиня, я забыл. Я не помню. Вот, ну, я знаю только шутку про водку с ней. Короче, это... Так что вполне возможно, что из-за того, что она любит мороз, она вполне может быть как по-российски русской. Слушай, ну всего четыре персонажа. Вот Заря. Ну, нарисовали, да, четырех. Была выглядеть. Заря? Да. Не знаю, питбулем, наверное. Нет, питбуль, да нет, почему? Ну, такой какой-нибудь бойцовский такой собака. Такая крупная женщина. Я думаю, что не в обиду за... Хотя, что, она же не настоящая. Должен был быть какой-нибудь Алабай, не знаю. Алабай. Наверное. Алабай. Ну, они же такие гигантские, мощные тоже. Не знаю. Я знаю то, что, наверное, этот, как его, красавчик был бы чихуахуа. Чихуахуа? Ну, знаешь, такой безумный чихуахуа. Ну да. Дрожит все время, да. Вот. Но при этом типа с бомбами, готовые всех убить. Подходит. Бульдогом, а это как его? Вот Паша подсказывает, что скорее всего как же его зовут? Свин. Турбосвин был бы бульдогом, наверное. Вот. Турбобульдогом. Турбобульдог, да. Вдова отличная, конечно, мне нравится. Вдова. А, ну да, да, тоже неплохо. Вот тут тоже, кстати, по-моему, полностью угадали. Она, кстати, похожа на персонажа из этого, из диснейского мультфильма, где собаки едят макароны. Все псы попадают в рай. По-моему, вот, да. Мне, по-моему, больше из этого, чем из... А, не, по-другому. Ты сейчас говоришь про Леди и Бродягу. Точно. Вот, но все-таки псы попадают в рай, там, по-моему, как раз вот так более похоже собаки. Ну, слушайте, а почему бы не собаки? Я в конце концов напоминаю, что мы живем в стране, в которой нарисовали собачью версию трех мушкетеров. Mm-hmm. Если кто-то не смотрел, это великий советский мультфильм, где, короче, главная собака Караченцев. У меня в детстве была аудиокассета с этим мультиком. Mm-hmm. Вот. Там, я поэтому ее постоянно слушал. Собачий мюзикл про трех мушкетеров. Да. В чем мы удивляемся? Почему бы и не Overwatch собаки, в конце концов? Вон. Давай хипстерскую новость, чур я читаю следующую. Да без проблем. Ну вот, ты отдал без борьбы. Я просто... Тут знаешь, тут не более, она больше не хипстерская, она больше такая для ценителей, назовем это так. Ламповая. Ламповая. Короче говоря. IM8 Beat из студии Double Fine выпустит музыкальное сопровождение Psychonauts и Broken Age на виниле. Впервые пластинки представят на фестивале PAX West, который пройдет в Сиэтле со 2 по 5 сентября. Композитором обеих игр выступил Питер МакКоннелл. Он же написал музыку и к другим играм студии Double Fine: Costume Quest 1 и 2, Brutal Legend. Кстати. Пластинки с саундтреком Psychonauts и Broken Age выйдут в ограниченном количестве по 500 экземпляров.
Стоимость винила с музыкальным сопровождением Psychonauts составит составит $35, а пластинка с музыкой Broken Age обойдется в $40. Блин, да, эта новость на самом деле была нужна только для того, чтобы посмотреть на картинки с этим винилом. Посмотри, какой он секси просто, какой он вообще клевый. Это оранжевая пластинка с мозгом психонавтов, я хочу. Мне вот единственное, что интересно, я так и не смог найти, какие-нибудь до этого игры выходили на виниле. Я хочу от вас винил AM8-бит просто, блин. Я при этом не фанат винила, кстати. У меня есть друг, который купил себе даже саундтрек этого, господи, Far Cry Blood Dragon на виниле. На виниле? Да. На виниле, хорошо, у меня ладно. Есть вот такой приятель. У меня у самого негде, не на чем проигрывать. Вот, музыку я слушаю как нормальный, короче. Нет, человек, у меня друг себе некоторое время назад, в принципе, купил виниловый проигрыватель, но, да. Типа, ну, я не знаю, для чего это. Он, ну, вот. То есть, люди считают, что там другой звук. Теплый ламповый. Типа, теплый ламповый, хорошо, окей, но это, знаете, это как выпускают эти, как его, карты памяти с золотым напылением. Тоже для аудио, типа, для аудиотехники, для того, чтобы звук был круче. А, да-да-да-да-да. Что? Ну там как бы, и они при этом стоят там бешеных денег, чуть ли не там сотни тысяч баксов. Ну как бы зачем? Люди, остановитесь, задумайтесь. Есть люди, которые утверждают, что слышат разницу. Мне кажется, это нужно иметь какой-то либо слух. Мне кажется, нужно просто перестать быть вот таким вот человеком. Дайте мне то, дайте мне это, потому что, ну, это не дело. Ну, ну реально, ну, блин, ну, мозги имеете. Ну, прости, кажется... простите, если кого-то этим обижаю. Как у каждого свое мнение. Мое мнение может не совпадать с чьим-то, но ну, это реально, это перебор. Ну... Мне кажется, мы с тобой рассуждаем все-таки с позиции людей с ущербными ушами. А, у меня есть, ну, да, знакомый, конечно, с, кстати, ущербными, который... ушами. Я слушаю только Sennheiser, не надо тут. У меня наушники, по-моему, гарнитура Samsung, какого-то телефона Samsung. Она работает, мне это нравится. Но, так вот, я просто к чему это? Ну, так, кстати, для тех, кто не в теме, если что, на виниле до сих пор выходит все. Включая там новые альбомы Металлики, новые альбомы там Prodigy, кого угодно. Вы можете найти на виниле все, что угодно. Единственное, что, конечно, у нас это не так распространено, но из Америки вы можете заказать практически любой новый альбом. Такое. Так, просто к сведению. И вот у меня есть знакомый, который, короче говоря, плачет, когда слушает классическую музыку. Ну, фортепианную, говорит. Короче, струнная вот когда как. Фортепианная прям с удовольствием. Хорошо, окей, ладно, я думаю, мы можем перейти к следующей новости. А следующая новость — это у нас новые детали про Resident Evil 7. О, отлично. Вот, а собственно, новость начинается с того, что, собственно, на рейтинговом агентстве появилась страница Resident Evil 7, и, как оказалось, игра получила рейтинг Mature, из-за которого большое количество крови... Уроки английского Жоры. Количество крови, жестокости, сцен насилия и брани. Я, кстати, не помню, на Твиче тогда брани. Получается, ее что ли стримировать нельзя или можно? Ну, если GTA, то можно? Нет, там просто... Там GTA прям... тоже рейтинг матюр? А, ну хорошо, значит, можно. Просто какие-то игры все-таки попали, насколько я помню, в список запрещенных на Твиче. Ну, там вот, там типа хейтрит, знаешь, такие из серии, из разряда в основном. Не чересчур много. Хорошо, может, ладно. Может быть, Manhunt еще. Вот, ну а дальше, друзья, дальше... Дальше немного спойлеров. Но спойлеров для тех, кто ничего не хочет слышать про Resident Evil 7, до, собственно, каких-то официальных анонсов. Давайте так. Спойлеры там про то, что будет происходить в игре. Про, собственно, некоторую механику и что вообще нас ждет. И кто, как зовут главного героя. Давайте так. Пока вы видите эту руку, я говорю спойлеры. У вас есть буквально, не знаю, 10 секунд, прежде чем я начну зачитывать новость дальше. Он отмывается. Грустная рука. Грустная рука, хорошо. Да, вот глазки, вот ротик. Ладно, время прошло, давайте, я читаю. Героем игры станет некий Итан, которому предстоит отыскать свою жену в заброшенном особняке.
Во время прохождения игроки будут сражаться с монстрами, используя в бою пистолеты, дробовики и бензопилу. Ты проходил демку? Нет, не проходил. Ты знаешь, в чем она заключалась? Нет, PlayStation Plus. PlayStation Plus у нее нет. Фишка в том, что, собственно, вся бетка проходила в том, что выглядела она как пяти. В пяти ты играл? Я слышал, да. Вот. Нет. Суть пяти я была найти хорроров, в том, что там типа секрет, и ты должен этот секрет вскрыть. В пяти он был там очень сложно пройти пяти до конца. Вот. И сложность была в том, что у тебя была некая последовательность, и в пяти она была следующим образом организована. То, что типа прошел, прошел что-то, подождал некоторое время, что-то сказал в микрофон, и у тебя открылась концовка. В Resident Evil в демке там была фишка в том, что ты точно так же просыпаешься в какой-то комнате, находишь кассету, и в кассете можешь ходить. При этом там не было никакого ни оружия, ничего у тебя не было, ты просто решал головоломку. К сожалению, оказалось, что демка непроходима, потому что что-то в нее не вписали. Там был один предмет, как минимум, ключ с лапкой, который нельзя было никуда вставить, никуда применить, но при этом нашлась комната, которая типа была нарисованная дверь и так далее и тому подобное. Здесь мы узнаем, что, собственно, будут дробовики, будут пистолеты, будет бензопила. Будут монстры, с ними нужно будет сражаться. Окей, Resident Evil возвращается в свою колею. Полные игры, как пяти, мы, к сожалению, не увидим. Хотя я, кстати, ждал все-таки этого. Но по графике и по всему остальному она очень интересна. Я закончил со спойлерами. Я так понимаю, тебе просто понравилось держать ту руку вверху и что-то на них рисовать. Мне понравилось, нет. Почему? Было очень интересно послушать про пяти. Мне всегда интересно послушать про хорроры, потому что играть я в них, скорее всего, не буду. Большинство. Хотя зря, ты же знаешь, что тебе придется. Ну, в смысле, как? В смысле как? Здесь, на Твиче, перед людьми. Тебе придется, да. И по-другому ты не отвертишься. Не, нормал, я готов, я люблю ставить над собой такие. Ты понимаешь, что мне стримить хорроры вообще не интересно, потому что люди меня начинают ненавидеть, потому что я сижу и никак не реагирую. Короче, я вот так скажу, чтобы все понимали. Мне иногда было страшно в Until Dawn. Бывало. Бывало, хорошо, мне не было страшно в Until Dawn. Мне пару раз было страшно. Люди меня за это, наверное, некоторые ненавидят. Вот. В пяти, к счастью, я поиграть, скорее всего, смогу маловероятно, если только кто-то пришлет нам, не знаю, консоль с пяти на ней установленную. У меня-то ее нет. А если без спойлеров, для людей, которые ждут Resident Evil, это будет Resident Evil. Это не будет как демка, поэтому все будет хорошо. Ждите. Поклонники Resident Evil, я думаю, не разочаруются. Вот. Ну что, идем дальше, я думаю. Идем дальше, я думаю. Так, сейчас. Я потерял. О, хорошая новость. Mm-hmm. Мне кажется, пропустили или нет, или мне показалось. Нет, нет, не пропустили. Ничего не пропускали. Steam и Amazon, и Sony, кстати, начали возвращать деньги за No Man's Sky, вне зависимости от того, сколько вы в нее поиграли. Причем Steam, по крайней мере, это не афиширует, просто если запросить рефанд на No Man's Sky, Steam такой, окей. Без проблем, все, да. Просто молча компенсирует. Кто-то узнал об этом на каком-то рандомном твиче, кстати, и говорят, это правда. Вот так-то, друзья. Если... Как ты считаешь, правильно они поступили или нет? Ты знаешь, я не могу сказать. Вот. А я считаю, что полностью правильно сделали. Знаешь почему? Почему? Потому что слишком много наобещали. Честно. Наверное, правильно, если настолько... То есть, если они в игре обещали онлайн, если они в игре обещали графику... One Man's Lie. Да. Если они обещали, что генерация будет красивой, почему этого всего нет? Слушай, ну как, блин, знаешь, обвинять игру в том, что она не соответствует твоим личным представлениям о красоте? Да не моим личным. Ты видел скриншоты, которые они делали? Ты помнишь то, что они обещали? Они обещали, да, что чуть ли там... Скриншоты. При том, что, ну, блин, они, ну, вот в игре нет вот этого. Истинная концовка. Ну, как бы... No Man's Sky. Нету этого. Слушай, я играл на версию PS4, она... Ну, то есть, я не спорю, игра понравилась некоторым, да, она интересная, она созерцательная, да, там есть красивые планеты. Но большинство планет выглядит так криво и косо. Ну, это писец, ну, реально. Я поиграл, честно, я скажу. Мне игра понравилась, но просто, ну...
Я не смог. Ну, мне не говоря, хватило да. просто. Я не могу на это смотреть, на некоторые моменты. То есть, ну хорошо, есть интересные, да, существа, которые создались там генерации этой. Есть там красивые планеты, я не спорю, но их приходится так искать. Реально. Ну, просто, ну зачем вот столько всего обещать, что все будет круто, играйте в нашу игру, все будет красиво. А в итоге они сделали, простите, упор на то, что у нас там 18 квинтиллионов планет. Ну хорошо, молодцы, 18 квинтиллионов. Ну как бы, и чё? Ну как бы мы их все посетим? Нет. Ну, блин, ну сделайте хотя бы вот, у вас есть основной путь, чтобы хотя бы по нему создавались нормальные планеты, нормальные существа. Да блин, нет. Сделайте так, чтобы хотя бы как-то можно было там, ну если вы обещали онлайн, то ну хоть как-то. Ну то есть только онлайн там знаешь, в чем заключался? Так. Ты прилетаешь на одну планету, если на ней кто-то из твоих друзей, внимание, был, тебе об этом напишут. Все. Что вот эту планету впервые открыл тот-то, тот-то. А, нет, даже мне написали просто, что на этой планете впервые побывал типа один из твоих друзей. Все. Больше ни в чем там мультиплеера нет. Не, ну, по крайней мере, насколько я знаю, я могу ошибаться. Ты еще на загрузочном экране видишь название планет, которые другие люди... А ты знаешь, кстати, что еще на коллекционке с No Man's Sky они наклейкой закрыли онлайн? Была новость, серьезно. Серьезный ход. У них они типа... Просто на коллекционку наклеили вот там, где типа должен быть значок, то, что типа можно поиграть онлайн. Отдельный просто, магазин типа, или разработчики? Это я не знаю, я точно не помню эту новость, к сожалению, но вот где-то это проскакивало. Надо было, знаешь, можно было еще зачеркнуть или там звездочку поставить внизу коробки, то сноска. Нет. No. No. На самом деле нет. Ну, блин, я считаю, что, конечно, правильно делают и Steam, и Sony, и Amazon. Потому что, во-первых, да, игра не соответствует заявленным. И, во-вторых, на самом деле за $60, мне кажется, такое, ну, это как-то многовато. Все-таки немножко, чуть-чуть, сильно. Там я были, просто... кстати, еще какие-то новости. Я помню, то ли мне Паша рассказывал, то ли еще кто-то. Поначалу, типа, она продавалась за одну цену, типа, в первый день продаж, а на следующий день цена повысилась, да? Первый день появления предзаказа. Да, вот, Паша, да, была точнее. Цена, кстати. Вот сейчас, вот наклеечка, вот видишь? Просто заклеили вот то, что типа есть какой-то... Yes, Man, Sky. Лично. Спорт 2, да. Да, ну я, собственно, между прочим, как человек, который однажды уже имел наивность поставить игре Спорт 9 баллов, блин, я ну, знал. Не надо, спор был все-таки красивый. Там фишка была не в том, что это все процедурно генерировалось, а в том, что это создавали игроки. Дай сказать сейчас. Во-первых, да. Во-вторых, в спор еще... Ну, это все равно игра не на 9 баллов. Но, тем не менее, в спор был вот этот охренительный эффект, который мне просто порвал мозг. Ну. Это вот когда ты играешь, проходишь всю эту череду стадий в первый раз, там, от бактерий до там, какого-то города, ну. Ты взлетаешь в космос, ты крутишь просто, и просто крутишь мышку, значит, назад, крутишь, скроллишь назад. Ты видишь сначала там свой город какой-то, там потом планету, потом, короче, звездную систему, потом бах-бах-бах-бах-бах, и прям галактика целая у тебя перед глазами появляется. Ты понимаешь, что ты на огромное количество планет можешь вот так же вот зазумиться и увидеть там что-то. И вот там ты просто видел масштаб, и ты его прям ощущал. Не потому что у тебя таймер такой на экране, там лететь час, но если зажать две кнопки, то на самом деле 30 секунд. А ну, масштаб действительно был. То есть это была во всяком случае концептуально очень прекрасная игра. No Man's Sky это, ну блин, такой, не знаю, Протеус, Дир Эстер размером с галактику. По-моему. Вот нам, кстати, подсказывают, что еще игру оверхайпали. Ну, как да, бы, со всей силы. Ну и Sony тоже ее качала там вообще да, на всех мыслях. Нет, тут давай. Понимаешь, что игроки ее оверхайпали. Ну, как бы здесь спорный момент. Ну, просто если ты обещаешь что-то, то ты это выполняй хотя бы, ну, не знаю, наполовину. Ну, вот честно. А не заклеивай, типа, у нас в игре будет онлайн. Слушай, ну а потом мы заклеим эту кнопку онлайн на коробке. Ну, блин, ну просто реально. Ну, то есть обещать... Ну, сделайте хотя бы не как-то, не кое-как, не просто, чтобы оно было, а чтобы оно было сделано, чтобы
это было видно, что это реально онлайн, что это реально генерация, что она реально красивая, что это реально есть. Вот. Ну, как бы... Короче, думаю... все правильно сделали все, кроме Hello Games. Hello Games? Да. Ну, это разработчики, да? Да, это разработчики, ну, очень даже. Не знаю, не знаю. То, что возвращать игру, это уже, на мой взгляд, все-таки правильный ход. Учитывая, что у них еще там чуть ли не на 90% упали, собственно, и люди, играющие в этот момент, как говорит нам Steam обычно. Следующая новость. Ну а следующая новость, это у нас Ubisoft закрывает две свои условно-бесплатные игры. Вот. Собственно, эти две игры, это Ghost Recon Phantoms и The Mighty Quest for Epic Loot. О, вот это обидно, кстати. Вот, кстати, да, Mighty Quest for Epic Loot была классной, на мой взгляд. Если кто согласен, не знает, согласен. Там была фишка в том, что ты мог построить свой замок с ловушками, с лабиринтами и сам попробовать его пройти. После того, как сам ты его проходишь, на тебя могут напасть другие игроки, которые, собственно, будут стараться пройти твой замок с ловушками и, соответственно, захватить там какое-то добытое тобой золото. Игра была прикольной, игра была интересной. Почему ее закрывают? Ну, скорее всего, потому что все-таки людей в нее очень мало играют, а через какое-то время она все-таки надоедает. Вот, а Ghost Recon, к сожалению, не знаю, что за игра, но, судя по всему, это, видимо, какой-то тактический экшен, шутер, ну, кстати, на самом деле, насчет Mighty Quest for Epic Loot есть как минимум одна мобильная альтернатива, очень неплохая. Zepto Lab как раз делали игру, называется King of Thieves, Король воров. Хорошее название. Она прикольная, она двухмерная, и там ты точно так же, собственно говоря, строишь подземелье, устанавливаешь там ловушки. Тебе обязательно надо два раза это подземелье еще пройти самому, что очень подло, потому что люди делают невероятно сложные уровни в этой игре. И как они их дважды проходят, это просто надо знать. Им постоянно. Ты со мной поделишься чемоданом от Zepto Lab, хорошо, потом после эфира, а то что-то это... Ты очень слишком рассказываешь куплено. Про эту игру, давайте и нам, все куплено. Давайте нам баннер «Все куплено» в чат срочно, миллионами. Да, я люблю, да, слушай, обычно. Я так рассказываю, потому что я так могу рассказывать только об играх, которые я люблю от души. Хорошо. Кстати, хорошо. Справедливости ради, надо сказать, хорошо. Что в King of Thieves я играл теперь, недолго. Теперь, друзья, это называется «От души». Запомните это. Слушай, ну вот это, конечно, всегда так говорят такие, знаешь, стоит только человеку начать рассказывать вдохновенно про какую-то игру, как минимум появляется кто-нибудь один, такой, да вот, а вам занесли, такой, ну, блин, не знаю, друзья, если вы так думаете, в жизни иногда все работает не так, как вам кажется, даже если вы сами решаете проблемы таким способом, это не значит, что как бы нельзя просто взять и полюбить мобильную игру. Да, так-то. Но King of Thieves классная, да, да. Ну, да, я долго не смог. Мобильная игрушка классная, да, никто не спорит. Ладно, давайте переходить к следующей новости. И, собственно... Я год на мобилочках отсидел. Я там такое видел. Я же тебе хорошо. Симулятор блинчик, ты видел вообще? Купола тебе набили мобильные. 3 года Король. Он отсидел на мобилках. Король мобилок. Ладно, поехали дальше, давай. Что там у нас следующее? Кстати, надо попросить, чтобы мы, может, что-нибудь набьют. Что следующее? Новость? Следующее? Давай. Боже ты мой. 2K Games выпустили 3 ролика обновленного сборника BioShock. Ну, и там ничего не поменялось. BioShock Infinite, по-моему. Да, они же выпускали специальные скриншоты, чтобы вообще стало хоть что-то понятно. Ну, я не знаю. Ну, блин, ну... Почему нельзя просто было все перенести на типа BioShock Infinite, на движок, на новый? Ну, наверное, потому что нельзя, потому что это может быть сложно. Ну, блин, ну или ты... неохота. Ты играл там. В DLC к BioShock Infinite? Да, конечно. Берилось. Ты знаешь, ну BioShock. Там, блин, создали уже эти уровни со старым BioShock'ом. Ну, создали их уже, ну реально, ну почему нельзя доработать? Ну, хорошо, пройдет намного больше времени. Ну, реально, BioShock Infinite вышел совсем недавно. В него еще сейчас можно поиграть, ну согласись, ну, там уровень графики не такой плохой. Infinite просто похоже, что да, действительно так и решили, а давайте его тоже релизим. Ну, вот как Just ну, for the hell of it. Ну, или чтобы троица была. Почему нельзя было поработать подальше и переделать получше? Ой, ну, да правда. Что ты ноешь, ну, короче? Хорошо, я хочу я в него бомблю, поиграть, но, блин, ну, потому что это повод вернуться вот еще раз в Rapture и второй BioShock, скачай, например. Поиграй. BioShock первый и второй до сих пор идут везде. Ну, наверное, скачаю и поиграю. Не буду платить денег им за это. Вот так это.
Ну просто, ну реально, ну если делаешь перезапуск, ну пожалуйста, ну сделай его по это, пожалуйста. Ну, покачественнее, ну правда. Ну почему нельзя перенести на другой движок? Почему нужно все пилить на старом движке? Это как с линейкой со второй. Она до сих пор жива на том движке, блин, больше, чем десятилетней давности. Ну, она тормозит на новых ПК. Как выходит новое обновление, я помню, это у меня друг, когда я играл, как выходит новое обновление к восьмерке, все, не работает линейка, все, о, ужас. У него там чуть ли не писец какой-то случался, ему чуть ли не второй комп пришлось купить, на него поставить семерку, потому что его обновленная винда нужна для работы, а вот старая для того, чтобы играть в линейку. Это правда было, когда еще была восьмерка только, но все равно, ну блин, ну я не знаю, честно, ну... По-моему, Биошок еще. Нет, если туда норм. Впишут какой-нибудь официальный перевод, который будет офигителен и будет на уровне Биошока Инфинит, я не буду против. Перевод? Ну, или я что-то путаю. В Биошок Инфинит же был официальный перевод. А, я. Слушай, кстати, я не знаю, я играл на русском. Ой, на английском. Субтитры были? Слушай, я считаю. Ну, простите, что... тогда я должен извиниться. Субтитров достаточно. Ну, фиг знает. Ну, фиг знает. Не, ну субтитры все равно были. Букеркетч. Вот, но все-таки, не, ну первая и вторая часть, кстати, была вообще без специального перевода. У нас его на тот момент издавал 1С, и он только у него, по-моему, был перевод на дисках. В Steam'е версия старая продается без перевода. Не, ну, конечно, можно скачать, можно без проблем там поставить, но все-таки. Вот, ну, не знаю, жду, не жду, ну, наверное, все равно жду, потому что поклонник, потому что серия хорошая, серия достойная, но можно было бы сделать получше. Да, все-таки. Не знаю, а мне норм, мне кажется. Ну, впихнули еще поддержку контроллеров, судя вот по второй части. Слушай, ну нет, не хочешь, не покупай, в конце концов, с переизданиями, по-моему. Так в том-то и дело, что хочу купить, ну, хочу, чтобы там все хорошо было. Ничего, еще переиздадут. Не волнуйся. Да, еще пройдет пару-тройку лет, и все будет по новой переиздано, да. Переиздание — это новые релизы теперь. Ну, да. Такая жизнь. Хоть за ремейк держись. Бадумц. Шутеечка. Шутеечка. Ладно, идем дальше. В Heroes of the Storm проходит что-то вроде... Хотят добавить что-то вроде Play of the Game из Overwatch. То есть... Теперь в конце матча будет появляться картинка с заставкой, на которой будет показано твои, собственно, kill, death, assist и, собственно, что-то вроде из Overwatch на разряде типа... из разряда вроде как, ну вот как на картинке у нас показано, это... сейчас, простите. Это у нас... ну, с какой процент дамага ты взял относительно всей команды, какой процент, собственно, ты нанес относительно всей команды и сколько процентов, типа, ты нанес башням. Вот. Ну, все знают, что это, собственно, моба-игра. Тебе волнует кровь эта новость? Скажи честно. Тебе волнует кровь эта новость? Скажи честно. Кровь — это новость? Волнует ли она тебе кровь? Волнует ли она мне кровь? Учащенное сердцебиение? Нет, ну вводят и вводят, хорошо. Ну, в новости также сообщается то, что типа в своей игре кастом-геймом этого не будет. Ну, собственно, там оно особо не нужно, потому что в кастом-гейм в основном играешь с друзьями там. Либо, ну вот, кстати, не знаю, но турниры бы, наверное, это все-таки пригодилось, кастом-гейм. Потому что, насколько я знаю, турниры как раз там проходят. Вот... И еще вот, я, кстати, к сожалению, не знаю, что такое MVP. Скорее всего, это что-то из разряда не турнирных, а сезонных игр. Там еще в конце матча будут показывать картинку с лучшими игроками. Типа, кто из всех нанес больше всего дамага героям, кто сделал там лучший киллинг спри, кто, собственно, вообще MVP. Окей, ладно, к сожалению, не знаю перевода, не знаю расшифровки. Кто, собственно, сейдж-мастер, это тот, кто нанес больше всего дамага структурам. И... Самый ценный игрок, most valuable player. А, да, простите. The most valuable player. И, собственно, кто получил больше всего дамага, ну,
Соответственно, надеюсь, что там будут чаще появляться танки, нежели... Ктулху. Всякие саппорты, что, собственно, логично. Ну как, но новость как новость. Я думаю, можно перейти даже дальше. Да, следующая новость, в общем, тоже не из разряда прорывных. Но Blizzard, да. Не знаю, я сейчас очень сильно опять хочу Blizzard бомбануть по поводу нее. А, да? Ну бомбани, давай, хорошо, пожалуйста. Ну, рассказывай новость. Blizzard запустила возможность стримить игры из Battle.net прямо на Facebook. Угадайте, куда? Facebook, мать вашу. Почему? Почему бы не Facebook? Facebook развивает давно, кстати, свое стриминговое направление. Почему Facebook? Да пускай развивают Battle.net. За что? За что? Ну скажите, ну сколько людей там, грубо говоря, из Overwatch сидит на Фейсбуке? Извини, вода кончилась, не могу да, тебя потушить. Да, правда, потушить не можешь. Мой жар не потушит даже море. Друзья, давайте так спросим. Чат, напишите в чат плюсик, если кто-то очень часто сидит на Фейсбуке. Вот, пока я дальше бомблю. Почему нельзя было сделать сразу несколько платформ? Нет, спойлеров здесь нет, не переживайте. Почему нельзя было сделать сразу несколько платформ? Выбор из, ну не знаю, Твича. Сейчас игры выпускают, в которые встроен стриминг для Твича. Ты из настроек игры можешь запустить стрим. Ну ты видишь, тут одни минусы. Тут в основном минусы. Ну как бы, кто будет там сидеть? Ну хорошо, ладно, я не спорю, есть люди. Они более старшего возраста. Но как бы им скорее игры не особо интересны. Ладно, Леша Шуньков у нас исключение. Да, и он интересуется играми. Да, там есть какая-то аудитория, которая интересуется играми, я не спорю. Но ее там намного меньше, чем на тех же Twitch и YouTube. Ну согласитесь. Ну почему нельзя сразу все три платформы сделать? Почему нужно сейчас выпускать и делать это на Facebook? Потому что это Blizzard. Because you don't matter. Ну, понятно. Понимаешь, Blizzard хочет стримить на Фейсбуке, у Blizzard он есть. Ну, как бы, а что, и Facebook развивает свое стриминговое направление, почему бы пускай развивает дальше. Не развивать? У Facebook, на минуточку, есть WhatsApp, у Facebook есть Instagram. Они, в общем, эти стримы могут втыкать теперь куда угодно. На Фейсбуке сидит масса известнейших людей, в основном западных. То, что просто у нас все ну, хотя да, я, кстати, тут не прав. Скорее всего, все-таки в основном западный народ сидит в основном на Фейсбуке. То есть для них, я думаю, что эта новость просто новость такая. Ну да, ну, им, скорее всего, это больше понравится, потому что у них это основная социальная сеть это Фейсбук, это у нас-то контакт очень сильно развит. Хотя западники тоже периодически сидят на ВКонтакте. ВКонтакте. ВКонтакте вот. Популярен в Бразилии, кстати. Во ВКонтакте. Вот. Но не знаю. Если есть уже сильно развитые платформы для стриминга, почему нельзя их туда добавить? Не, ну я не спорю, скорее всего, добавят со временем, через какое-то время мы это увидим. Но не знаю. Facebook, ну, странный выбор для этого. Тогда давай дальше. Что могу сказать. Ну давай дальше. Еще одна отличная новость. Да, для тех, кто живет в России. Да. PlayStation Now доступен на PC. Но не у тебя. Но не в России, как обычно. Вот. Ну, это круто. Что могу сказать? PlayStation ща. Не так давно они запустили, собственно, стриминг на ПК с твоей плоечки, четвертый, если ты знаешь, дистанционное воспроизведение появилось на ПК, что, кстати, очень... Минус один повод покупать Vita. Ну, не знаю, вот, насчет Vita, потому что у меня она тоже есть. Вот, дистанционное воспроизведение на ПК, кстати, очень удобно, особенно для стримеров, у которых нет карты захвата. А, или камеры. Потому что, ну, карты захвата, я тут подозреваю, что они, типа, могут, собственно, ну, там, ладно, это техническая часть. Наверное, не поймешь. Нет, подожди, они могут, собственно, всякие оповещения о донате и оповещения о подписках прикрутить к стриму, потому что возможности на плойке этой настройки, к сожалению, нет. Ну да, там просто интеграция, типа. Да, там просто стриминг, без всяких вот дополнительных плюшек. Ну, конечно, там качество хромает, оставляет желать лучшего и картинка, но возможность есть. Вот, то есть это хорошо. Да, подборка, кстати, игр, вот PlayStation Now меня очень сильно порадовала, потому что там есть Journey. Перед ВК пишут, что в Беларуси доступен
PlayStation. А Беларуси доступен. Вот, сидите в своей Беларуси. Вот. Ничего я не имею против, наверное, белорусов. Мне, кстати, очень сильно понравилось в Минске. Очень классный город, очень красивый. Вот. А подборка игр, кстати, очень классная. То есть, если бы он вышел в России, но при этом у меня не было плойки, я бы себе, конечно, прикупил бы, наверное, подписончик на пару месяцев и поиграл бы во все то, что доступно. Плюс там есть, собственно, Heavy Rain, который тоже на ПК недоступен. Айко, кстати, тоже очень офигительная игра. Ну, Bioshock Infinite, окей, доступен на ПК. Собственно, Journey. Shadow of the Colossus есть? Не знаю. Кстати, вот вопрос про Айко. Вполне возможно, что это намек на переиздание. Если он есть в PlayStation. Хотя он и так был на тройке. Ну да, это же игры с тройки. Вот. Beyond Two Souls, он-то, кстати, тоже Darkness офигительный 2, эксклюзив. Отлично. Ну, Darkness 2 он и на ПК есть, не забывай. Ну, такой... Тут лучше все-таки обсудить эксклюзивы. Вот. А... Beyond Two Souls, да блин, ладно, он такой. Что такое? Это эксклюзив. Никто не играл на Бейке. Дэвид Кейдж, не надо. Что, тебе не нравится Дэвид Кейдж? Мне нет. Тебе не нравится игра от Дэвида Кейдж? Тебе ни одна игра от Дэвида Кейджа не нравится? Нет, нравится. Мне не нравится одна игра от Дэвида Кейджа, все остальные, они примерно такие же. Хорошо, какая тебе нравится игра от Дэвида Кейджа? Нет, я с удовольствием сыграл в Фаренгейт и в... Господи, Heavy Rain. Но уже тогда было ясно, что хватит. Формат насилует, в конце концов. То есть игры могут гораздо больше, чем Дэвид Кейдж пытается с ними сделать. Дэвид Кейдж просто берет и хочет сделать из игры кинцо такое. И ходит на поклон к голливудским режиссерам. Ну, то есть он прям видит в играх кино такое. Дай-ка я сделаю фильм, чтобы с джойстиком играть. Ой, с геймпадом, простите. Так вот. Поэтому, ну, Фаренгейт, это было клево. Это было экспериментально вообще. Правда, концовка была вообще такая. По-моему, чуть ли не Дэвид Кейдж не сам признался. Я что-то так... Не пошло. Впилил, что придумал. Хорошо. Вот. Heavy Rain был таким, да, хорошим, в общем-то, детективом. Beyond the Souls, ну, уже лишнее, по-моему. Вот так-то. Вот так-то. Хорошо, мы с тобой поговорим после эфира. А Дэвида Кейджа-то еще будет все-таки Детройт. Ты видел хотя бы что-нибудь по нему? Нет? Кстати, нет. Встань и выйди. Понял? Я не могу, у меня микрофон и цепь на ноге. Тебе... Не место здесь, если ты не видел Детройт. Ты вообще видел, какой там уровень графики? Ты же понимаешь, что как бы... Хорошо. Тебе придется 10 раз ее тестить, если она выйдет на PC. Нет. 10 раз. Она не выйдет на PC, потому что это эксклюзив для плойки 4. Даже не пытайся. А вдруг? Даже не пытайся. Некоторые эксклюзивы выходили. Даже не пытайся. Какие некоторые эксклюзивы для плойки выходили на ПК? Ну, слушай, например, Metal Gear Solid долгое время был эксклюзивом для PlayStation. Потом Metal Gear Solid вообще исключение из всех правил, потому что там Кодзима. Кодзима, как бы, это, знаешь, есть картинка с каким-то разработчиком, судя по всему, МГС, который сидит такой. Ко мне пришел Кодзима, он рассказал мне историю, я подумал, это шутка, но потом я посмотрел на Кодзиму и понял, что нет. Окей. Ну, как бы, это Кодзима, там вообще на что надеяться не стоит. Что еще, давай. Кодзима близко. Что еще, по-твоему, из эксклюзивов от плойки вышло на ПК? Давай. Сколько их там осталось-то, этих эксклюзивов? Я бы вот так вопрос поставил. Хорошо, все игры Дэвида Кейджа. Четыре штуки. Фаренгейт. Ну, Фаренгейт. Хорошо, ладно, Фаренгейт. Которая теперь тоже недавно была новость великая, что он доступен и на PlayStation 3. Четыре, то есть, простите, оговорился. Да, по это, обратной совместимости PlayStation 2. Вообще, ладно, величие, ладно, величие. Ладно, ну, это забитая история, можно обсуждать мне сколько угодно. Мне просто скучно играть в игры Дэвида Кейджа, вот и все. Хорошо, если кому-то не скучно, да, я только рад. Кинцо за 3200 или сколько там, вот, за 4000. Как, я понял да. твою позицию. Хорошо, как скажешь. Ладно, давай следующую новость. Ветеран Visceral Games возглавит разработку будущих игр серии Tomb Raider. Сотрудники Crystal Dynamics объявили, что к ним присоединяется Йен Милхэм, бывший руководитель разработки Dead Space. На новом месте работы он возглавит процесс создания всех будущих игр серии Tomb Raider. Ариану Пратчетт уберите, и ваша серия станет топ-5. Мне больше нечего по этому поводу сказать. Не давайте Аните Саркисян писать лицензии. Не, если Tomb Raider станет похож на первый Dead Space, я буду только рад, честно. Не, вообще. Вот, в принципе, в Ларке-то в первом переиздании не Райс, который, а просто, ну, просто которая Ларка. Вот, там были тоже такие криповые моменты, когда, собственно, там уже начинают нагонять
как это называется, мистики, когда там всякие, ладно, нон-спойлер, ну, в общем, вы поняли, когда там всякая интересность начинается, начинается мистика, там становится немножко страшно, по крайней мере, в тех роликах, которые показываются. Если, собственно, Ларка перейдет в такое, это, будут некоторые моменты, элементы хоррора, я буду рад. Уже начали нагонять крепоты, ну, такой, скорее, выживачные крепоты. Всякие эти. Ну и потом. Я не люблю последнюю Ларку совсем. Это для меня расстройство, и я про нее вообще говорить ничего не буду. По-моему, вот. Неплохо. Тебе понравилась последняя Лара Крофт? Ну, мне кажется, что нужно в какой-то момент было развивать серию. И это последняя Rise of the Tomb Raider. По-твоему, это хорошая Лара. Сейчас, подожди, я. Это та, в которой как бы open это world. Это та, которая последняя, которая якобы open world, да, которая не open world. По-моему, там, но... где в снегах и так далее, и тому подобное. По-твоему, норм. Хорошо. Ладно. По-моему, норм. Ну, то есть, как бы нужно как-то ее менять периодически, а, Лару. Хорошо. Менять периодически. То есть, по-твоему, все эти изменения — это хорошие изменения. Мне кажется, ты понимаешь, что с предыдущей Лары они не поменяли ничего. А сюжет там вообще отвратительный настолько, что я не буду его проходить. Я ни за что бы не прошел его еще раз. Я в первый раз проходил его с отвращением. Может быть, ты что-то путаешь, но... Первый раз. Блин, я вообще не прошел бы его второй раз, так яростно про это сказал. И я вспомнил, что у меня практически... Там, где в горах нет. Начинается Лара. Да, я ее, видимо, просто перепутал с предыдущей, которую мы предыдущая была норм. То есть, окей. Предыдущая часть была норм, последняя вообще ни о чем. Это было в 2015 году, я играл в основном в мобильные игры. Мне вот подсказывают, что в новый Mirror's Edge сюжет еще хуже. Окей, я в него просто не играл. Я его тоже перетестировал. Вот. Играть. Ну, кстати, не знаю, я первую-то не проходил. Вот. Нам, в первую вообще комиксный. Первую-то пройти. Комиксный, да? Сюжет. Угу. Прям ну, такой. Не знаю, наверное, читаешь. Вполне интересно не, было. Мне кажется, вообще первый Mirror's Edge все-таки была как-то концептуально стройнее, чем вторая. Ладно, мы с тобой что-то очень на часто уходим от новостей и переходим на разные темы, поэтому. Короче, я считаю, дальше. Что если вернут, сделают лазер в Tomb Raider, если можно будет тигров на мясо шинковать, будет вообще топ. Просто отлично. Да, если будут там типа кулинарные шоу от Лары, да? Давай, Ян Милхам. Офигительно. Поехали. Ладно, а тем временем музыку для Gears of War 4 пишет композитор «Игры престолов». Вот. Microsoft и студия The Coalition прекрасно понимают, что хорошее музыкальное сопровождение неотъемлемая часть любого качественного продукта, поэтому для написания саундтрека четвертой части Gears of War разработчики решили позвать композитора Ромина Джавади, который работал над Железным Человеком, Игрой Престолов и Warcraft. Ну, прекрасно. По-моему, я сразу, знаешь, какую вспоминаю песню, навряд ли ее слышал. Карлик, там есть карлик, там есть карлик, слышал, там конечно. Есть карлик. Не, ну мне еще нравится версия из South Park. Да? Winner, one winner next to another winner. Вот. Там есть карлик, там есть нет, карлик. Честно, я рад, что Gears of War тогда выходит еще на Windows 10. Очень рад. Надеюсь, что они запустят его в Steam, потому что тут вроде уже были слухи на тему того, что игры из Windows Store будут выходить все-таки в Steam, потому что вроде как собираются выпустить туда же Quantum Break, вот, который тоже вроде являлся эксклюзивом Xbox One и Windows 10. Ну, не знаю, Gears of War степень ожидания средняя. Я в предыдущей части немного играл, и ну, он интересный вроде. Вроде интересный, но просто мне не по душе, если честно. Я уже довольно долго здесь распинался про Gears of War. Мне кажется, просто очень сложно будет эту концепцию и дальше продавать, потому что в сердце Gears of War всегда вот этот вот шутер позиционный. И с момента, как Gears of War вышли, это научились делать приблизительно все. Вот эти вот. Была же целая длинная, нескончаемая волна вот этих шутеров тоже с укрытиями, когда все просто начали эту концепцию мусолить. А тут еще и вот эта вот тема отцов и детей довольно странная. Мне кажется, просто вообще очень сложно будет перебить уровень второй части, которая была просто невозможно охрененная. Да. Максимальный вообще был накал всего там. Ну, как бы там, не знаю, рушатся города. Ладно,
наверное, ну, нормально спойлерить. С нынешними техническими возможностями, я думаю, они вполне способны перебить все-таки вторую часть. Плюс еще вроде как по демкам там все выглядит достаточно неплохо, уровень графики очень хорош. Вот. Ну, не знаю, я поиграл, если честно. Наверное, когда выйдет, я немножко сыграну. Поиграть-то надо, безусловно, потому что все-таки новый Gears of War — это вам не хахоньки, не шашечки. Не шашечки. Да. Ладно, ну что, перейдем к разделу слух. Давай, рассказывай. Ну, слух из мира переизданий, следующая новость. Говорят, что новый Duke Nukem, по слуху, это попросту ремастер старой игры. Появилась информация такая на Reddit. Там появились картинки. Сейчас. Ну, с переизданием, собственно, старой части. Это переиздание будет называться Duke Nukem World Tour. И ее разрабатывает студия Nerf Software, как сообщает пользователь Reddit со ссылкой Tesla 55 со ссылкой на анонимный источник. Там еще будет кооп и Deathmatch, хотя не факт. Ты хотел переиграть в Deus Ex? Что это у тебя забыл сейчас за твиттер жирным Duke Nukem? Не знаю, это вот по ссылкам я походил там в Reddit, там был классный твиттер. Вот, ну, не знаю, не знаю. Я, если честно, не очень большой поклонник Duke Nukem, потому что старого я не играл. Вот, нового, кстати, прошел. В детстве у меня не было Duke Nukem, да. Нового я, кстати, прошел, вроде был неплох, но эти шутки уровня Duke Nukem, если честно, мне не очень сильно нравятся. То есть в малом возрасте, да, они были веселые, да, это все было весело, но сейчас это не то. Скажу так. Слушай, зависит от уровня, на котором переиздание старой. Если честно, меня за этот год слово переиздание уже вызывает только негатив. Ну вот просто больше ничего. Вы, собственно, видели мою реакцию на переиздание Биошока. Ремейк Биошока уже не тот. Да, и скоро уже. Я думаю, в следующем году будет тема переиздания переизданий. Ну, а что, по-моему, это уже происходит. Мне кажется, было несколько примеров, сейчас на память не приходит. Переиздание. Переиздание. Ну, как бы, хорошо. Я, кстати, думаю, что... Ну, пускай переиздают. У меня есть апокалиптическая мысль, все время возвращается ко мне, о том, что игровой индустрии должен накрыть кризис рано или поздно. И, возможно, он начнется как раз вот с этого вот рака переизданий. Когда... Ну, не знаю, все-таки у Sony есть какие-то свои эксклюзивы, которые будут выходить за рамки старых игр. Ну, то есть, окей, там, ну, вот... Horizon Zero Dawn. Пускай он там какой-то вкупе того, что уже существует, но все-таки что-то новое. Ты видел? Видел. Вот. Это игра, которую я жду. То есть это реально то, чего стоит ждать, и это не переиздание какой-то игры, не заимствованная откуда-то идея, согласись. Роботы-жирафы вообще отлично. Вот. Плюс еще в будущем Death Stranding от Кодзимы. Что там будет, вообще неизвестно. Мне кажется, это будет круто, это будет интересно. Вот. То есть, единственное, да, таких игр стало очень мало. Я не знаю, чего ждать дальше. Ну, игр про кино, вот опять. Лучше опять передали начали тоже Vampire делать. The Masquerade Redemption, пишет повадным людям. Ну, кстати, да, обещают вот вроде его тоже. Но... Я, кстати, тоже его жду, потому что Vampire The Masquerade был классный. Если это, если это будет опять переработанная графика, нет, спасибо. Потому что вроде как они обещали, что это будет новая игра серии. Слушай, понимаешь, что в компьютерных играх нельзя обойтись не обещали, без переизданий там был. В какой-то момент. Потому что старые игры, они, во-первых, не запускаются на новых системах зачастую. Во-вторых, просто они ужасно выглядят сами по себе, их, чтобы хоть как-то вообще можно было их выносить, иногда переиздание просто необходимо. Потому что, правильно пишут вот про этот самый Vampire the Masquerade. Игра выглядит сейчас ужасно, честно. Там все, у всех треугольные игра, да. Лица, короче говоря, и из трех полигонов в шкуры. Камон. Камон, да. Что, everybody. К следующей несколько бомбящей тоже новости. Давай, Жора, жги. Я-то? Ну ладно, да. Давай, расскажу. Я просто не очень уверен, что я хочу рассказывать. Да я тоже особо про эту игру не знаю, но все-таки есть некоторые ожидания тоже от этой игры у игроков, у большинства поклонников этой серии.
Но ожидания не совсем оправдаются, потому что только первая половина Final Fantasy 15 пройдет в открытом мире. Вот, и директор Final Fantasy 15, Хидзема Табата в интервью изданию Famitsu рассказал о будущей игре. Среди прочего, он сообщил, что только половина новой части серии пройдет в открытом мире. Вот. Далее, собственно, цитата. «Вся структура игры состоит из сочетания открытого мира и линейных частей. В первой половине вы будете путешествовать в открытом мире, в то время как сюжет второй будет развиваться линейно. Таким образом, вы просто не успеете устать от открытого мира». Вот. И также сообщил, что на прохождение игры, по его словам, уйдет около 40-50 часов. Ну, собственно, это то, к чему мы написали сегодняшнюю присказку дня, и то, чего бы я тоже хотел достаточно неплохо обсудить. Вот. Скажи, ты бы устал от открытого мира? Там он в чате, мне нравится, набрасывает золото в клюве сороки. Ну. Говорит, что Ведьмак — это просто полная лажа и шляпа, и вот такими игры быть не должны, а должны быть игры с открытым миром, как Диабло. Хорошо. Вот так-то. Окей. Я устал от открытого мира. Да, я думаю, что запросто. Есть масса открытых игр, открытые игры. Есть масса игр с открытым миром, которые в него не могут. Что уж там. Ну, там первая часть Assassin's Creed была такой. И Assassin's Creed в некоторых моментах такой сталкивается, когда у тебя просто миллион сундуков вокруг, и ты, короче, как дурак бегаешь, в одни и те же сундуки открываешь, выполняешь одни и те же сабмиссии. И иногда еще тебе это надо делать обязательно. То есть, ну, сейчас меньше, но, не знаю, была игра The Godfather, которая была, в принципе, интересная, но игра, простите, по Крестному отцу, по крутейшей просто кинотрилогии, и в ней надо было кататься, там, захватывать какие-то точки и отвозить, я не знаю, там, бухлишко и наркотишку куда-то бесконечно. Ну, короче, мне кажется, не смочь в открытый мир — это достаточно распространенная проблема. Не знаю, просто как по мне, делать именно половину игры открытым миром, а половину линейной — это совсем... Ну, так, ну, на мой взгляд, делать ее так, чтобы именно разделять, что типа вот первая часть, вот вам открытый мир, вы хотели играть, а вторую часть мы сделаем вот линейным. Почему? Да потому что вы устанете от открытого мира за первую часть игры. Лучше, конечно. Почему? Хорошо, я буду уставать от открытого мира, но сделайте тогда. Я приехал в какое-то место, у меня там типа сюжетная часть, и я пойду ее сделаю там в линейном моменте. Я хочу отдыхать от открытого мира так, если он мне вдруг надоедает. Я хочу в него вернуться, если, грубо говоря, мне надоест линейная часть. Ты знаешь, мне кажется... А для того, чтобы... Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, может, он не это имел в виду, но все-таки. То есть мне, получается, для того, чтобы вернуться в открытый мир, нужно что, заново игру начать или что? Почему, типа, по частям это все разбито? Знаешь, мне кажется, что поскольку речь идет о Final Fantasy, то половина этой игры линейная, она на самом деле будет все в роликах. Думаешь так? Да, просто это будут ролики. Ну, не знаю. Ладно, ну... Это же Final Fantasy, там все время... В общем, ждать вроде как осталось недолго. Игра выходит, насколько я помню, с последним переносом в октябре, в конце октября. 29 ноября. 29 ноября, точно. На 2 месяца ее перенесли, а не на месяц. 29-го игра выходит на PlayStation 4 и Xbox One. Ну, подождем, ничего страшного, подождем. Демки были великолепные. Все демки, собственно, поиграли, все демки прошли, они были классные. Вот. Ну и что, давайте переходить к последней новости на сегодня. И эта новость, как по мне, все-таки бомбическая. Потому что CD Projekt Red ищет программиста для автомобилей. И, конечно же, этот программист для автомобилей не может быть... Ни на какой другой проект, кроме как Cyberpunk. Потому что все-таки разработку Ведьмака мы закончили. Других проектов у них особенно нет, кроме Гвента сейчас. Да, других проектов у них особенно нет. По крайней мере, объявлен. Ну и что я хочу сказать? Cyberpunk будут автомобили. Автомобили, мать твою. Какие автомобили? Я надеюсь, что там все-таки будет... Они же вроде обещали, что там будет тоже открытый мир. Вот. Но я надеюсь, что они не уйдут в концепцию GTA. Очень сильно надеюсь. Вот. Ведьмак у них был офигительный. И я не сомневаюсь, что CD Projekt Red сделает не менее офигительным Cyberpunk. Ну а что для тебя означает уйти в концепт GTA?
Открытый мир, ездить по нему на машине, грабить, убивать. Не знаю, в Бэтмене же зашло. В Бэтмене же зашло или тебе Arkham Knight? В Бэтмене там город сделан только для того, чтобы, ну, не знаю, по нему ездить и собирать секретики от мистера Энигмы. Да не, ну чё, я там, кстати, выполнил все побочки, было да, очень клёво. Да, правда. Кроме Энигмы как раз. Я тоже сделал все побочки, потому что потому. Слушай, они, не, они, вот они там, кстати, очень грамотно сделали. Их сравнительно немного, этих побочек, они разные. И каждая нет, там классные побочки, я не да, спорю, да. Вот, но ну, ты согласись, что это не концепция GTA. Ну, слушай, для кого-то именно в этом концепция GTA. Для меня... В побочках? Ну, наверное, в открытом мире ездишь, грабишь, убиваешь, как ты писал. Ну, побочки — это не концепция GTA в GTA, потому что, по-моему, побочек как таковых, ну, если есть, то в последнее время совсем мало. То есть там все миссии более-менее связаны, по крайней мере, идеологически с основным квестом. Основным квестом? Какой квест GTA? Я на Cyberpunk засмотрелся. Да. Металлическая женщина. Металлическая очень, женщина. Очень. Ты трейлер, кстати, видел? Офигительный трейлер. У меня до сих пор в плеере, кстати, музяк из него. Да, да, да. Это. Cyberpunk 2077 начало, собственно. Паш нам показывает. Приквел, я думаю. Да, приквел. Приквел. Вот. Ну, не знаю. То есть, единственное, что радует, что, собственно, Cyberpunk вошел в стадию разработки. Он, ура! Он явно, ура. Слушай, он явно разрабатывается. На прошлом Игромире, кстати, Захар Бочаров задал офигительный вопрос, на который они, правда, тоже не смогли ответить. Но я думаю, в этом году смогут. Вопрос звучал следующим образом. А так выглядит программист, да? Программист автомобилей Cyberpunk. Вот так он будет выглядеть. Новый сотрудник CD Projekt Red. Новый сотрудник CD Projekt Red. Нашли инсайды. Вот, кого берут на работу. Вот, собственно, вопрос звучал следующим образом к разработчикам. Сейчас. В каких цветовых тонах будет Cyberpunk? Вот, разработчики, собственно, посчитали вопрос офигительным и обещали ответить. Не знаю, как там проходят события. Пока думают. А вот, кстати, еще одного программиста нашли. Это я понял, это я так подозреваю, что Паша нашел это, как его, вакансии, которые прислали, собственно, CD Projekt Red с программистами, вот их фотографии, вы, кстати, знаете, вот их работы. Что в CD Projekt Red с недавних пор разрешают приводить на работу собак. Ты приходишь в офис, тебе навстречу собака. Хорошо. Ну, наверное, это классно. Людям, окей, которые не любят собак, это трудно. Ну, я скажу так, людям, у которых аллергия на собак, еще труднее, поэтому... Ну, тут вопрос все-таки политики, компании. А учитывая, что в Польше примерно у всех собаки, то ну, это, тогда это окей. Ну, да. Значит, людям с аллергией на собак в Польшу лучше не стоит ехать, теперь мы знаем об этом. Ну что, это, собственно, была последняя новость на сегодня. Да. Что ты хочешь сказать по итогам сегодняшних новостей? Последнее слово. Я что хочу сказать по итогам сегодняшних новостей? Да все хорошо сейчас. Крупных-то новостей особенно, наверное, и не будет. Может быть, еще и с недельку, или с две. Потому что последняя неделя лета. Ну почему? В скором времени у нас же будет вроде как конференция PlayStation. Ну это в начале, очередная. Через неделю. Через неделю, ну вот. Я к тому, что после выходных и вот после, между Gamescom и сентябрем, как правило, мало что происходит. Потому что, ну, только вот выходят игры уже, к счастью. К счастью, они начали выходить. Я не поиграл на выходных в Deus Ex. Я очень недоволен. Но сегодня я тоже в него на выходных не поиграл. Ничего страшного. Сегодня у нас стрим, зато по Deus Ex. Будете проходить дальше? Я думаю, да. Мы там грабанули недавно банк, подняли компромат, помогли нашему бородатому работодателю донести правду, правду матку о том, что инопланетяне взорвали самолет, кажется. Или нет? По-моему, нет. Там не инопланетяне, там типа из разряда, что да, не военные. Аугментированные. А в нас в новостях наоборот говорили, что типа это все произошло из-за аугментированного. Да, там, короче, какие-то были траблы. Спойлер алерт, спойлер хэнд. Джаз хэнд. Кстати, смотрел, вспомнил про джаз хэнд. Есть такой проект Badly Preading, который делает ролики по
прочтению, якобы прочтению с губ, то есть там совпадает то, что движение губ персонажа со словами, но несут они какую-то полную околесицу. И они это в основном делали несколько раз с каким-то американским шоу, но сделали трейлер «Игры престолов» полностью перемонтированный на основе кадров там из чуть первых нескольких сезонов. Mm-hmm. Короче, там по сюжету это все... Герои строят парк развлечений такой с рыцарской тематикой. Mm-hmm. Ну и надо знать английский, чтобы его смотреть, потому что ну, это просто невозможно. Ну там куча шуток, понятно. Да, ну да, и просто сделали трейлер несуществующего фильма просто вот так из «Игры престолов». Mm-hmm. Там видеоэффекты добавили. Mm, прикольно. Да, и про Just Hand там была отдельная шутеечка. Те, кто знает английский, господи, Super Adventure Fun Time World, как там так называется, или Badly Predicting Game of Thrones, YouTube вам поможет. Давай ты теперь что-нибудь расскажи. Я не знаю, что рассказывать. Какой-нибудь фильмец или игрец. Фильмец, не знаю. Я тут посмотрел, кстати, иллюзию обмана. Ой, нет, не иллюзию обмана. Как это? Обман иллюзии. Вторую часть фильма этого, боже, с Морганом Фрименом в одной из главных ролей. Эван Всемогущий? Ну, там Бога играет, слушай. Я понимаю, одна из главных ролей все-таки. Да, да. Ну, нет. Или все-таки иллюзия обмана, я не знаю. Входила в часть вторая иллюзия обмана? Сейчас, подожди. Я давно не был в кино, но на этой неделе у нас должны возобновиться киногерои, друзья. Поэтому про кино вам расскажут специально обученные человеки. Да, иллюзия обмана, простите, что-то не знаю, что-то совсем с головой. Вот, иллюзия обмана вторую посмотрел. Кстати, меня кино немножко все-таки разочаровало, потому что уровень первого фильма оно не поддержало. А про что там? Про иллюзионистов. Mm-hmm. Иллюзионистов очень высокого уровня, скажем так. Вот, которые типа прибегают к тайным, ну не прибегают, а которых выбирает тайное общество и делает их всадниками. Круче, чем престиж? Ну, немножко другая тема. Ой, всадниками? Чего, апокалипсис? Не апокалипсис, просто всадниками. Они просто называют себя всадники. Вот. И в первой части там была суть в том, что вот типа их всех собрали, и они вот типа начали работать вместе вчетвером. И работать как типа. Всадничать, да. Они сделали там типа 4 больших представления, и в итоге там один из вот Морган Фриман типа находил. Ну, не находил, и у него роль была в том, что он, собственно, рассказывал, как эти фокусы строились, на чем они построены. То есть там первый фокус был там просто выносящий мозг, вот потом Морган Фриман его рассказывал, опять же, как это все было устроено. Потом, собственно, второй фокус, третий, это все там приходило к финалу. Финал был просто офигительный, и, собственно, концовка была там немножко это мозговзрывающей. Вот, рассказывать не буду, потому что интересно. Вот, а вторая часть, ну вот, к сожалению, не дотянул до уровня первой, хотя там концовка тоже достаточно интересная. Ну, так, как бы очень, очень логично при этом, при всем, хотя в первой части она была совершенно нелогична. И этого никто не знал. Престиж лучше однозначно. Ну, да, да. Да, не спорю. Но первая часть «Иллюзия обмана» тоже достаточно достойное кино. Я думаю, многие со мной согласятся. Престиж крутой, конечно, блин. Да. Особенно, когда там Тесла появляется такой в молнии. Это да. Ну ладно, ну что, я думаю, на сегодня можно заканчивать. Ну вот. Да, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо. Спасибо, что смотрели, что смотрите нас, что комментируете нас, что советуете нам, как лучше для вас. Спасибо Dragon Sky, который еще в пятницу не был на нас подписан. Да, спасибо Dragon Sky за подписку. Вот, соответственно, всем пока и до завтра. До завтра. С вами был Василий Копейкин. А, Георгий Курган и, конечно же, Павел Болоцкий, без которого ни один эфир не эфир. Это была «Игромания утром». Доброго вам утра и дня. Пока. Пока.